По данным мониторинга, за помощью в медучреждения области с симптомами ОРВИ и грипп обратились почти 6900 человек. В настоящее время показатель заболеваемости в нашем регионе на 14% ниже эпидемического порога, характерного для этого периода. Несмотря на это, заболеваемость среди школьников довольно высокая. Полностью закрыты на карантин 3 школы – в селе Новоклязьминская, Петровская средняя и Тейковская коррекционная школы. Кроме того, частично приостановлен учебный процесс в 18 классах 9 школ. Это Комсомольский, Шуйский и Ивановский районы, и в городе Иваново закрыто первый класс в одной школе на этой неделе. Помимо этого, полностью приостановлен учебный процесс у нас в Гавпасадском районе и в Южском районе.